Вас приветствует Таганрогская телевизионная сеть. Вы смотрите информационную программу «Обозрение». В студии Елена Краснова. Здравствуйте. Я расскажу вам о событиях, которые произошли в Таганроге на этой неделе. Город Чехово принимал лучших педагогов нашего края. В Таганроге стартовал областной конкурс «Учитель года Дона-2017». Он проходит в рамках Всероссийского конкурса учителей. Из года в год расширяется география конкурса. В наш город приехали представители самых отдаленных уголков области. В конкурсе участвуют 111 педагогов из 55 муниципальных образований Ростовской области. Такому конкурсу и соответственное жюри. В его состав входят 60 человек, среди которых ученые, преподаватели педвузов, опытные учителя, авторы новаторских трудов. Министр образования Ростовской области Лариса Балина отметила, что в этом году уже к имеющимся 4 номинациям прибавилась новая – «Учитель здоровья». Кроме того, мы проведем в пятницу клуб образовательных политиков. Я надеюсь, что примем личное участие и смогу познакомиться со всеми конкурсантами, которые дойдут от нас до основного финала. Ну и хочется пожелать нашим участникам удачи, успехов, душевного равновесия, смелости и новых творческих побед и открытий. Открытые уроки, конкурсные мероприятия, круглые столы и не только ожидают гостей нашего города. Для участников конкурса разработана специальная культурная программа с экскурсиями по лучшим таганрогским музеям и чеховским местам. Администрацией города, управлением образования была проделана большая подготовительная работа по подготовке конкурса. Мы очень рады принимать у себя областной конкурс в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года». Это один из самых старых и почитаемых профессиональных конкурсов в Российской Федерации. Конечно, это большая подготовительная работа, которую мы проделали совместно с Министерством общего профессионального образования Ростовской области. Но город Таганрог – это город, где любят, ценят и понимают, что такое образование и просвещение. Поэтому мы очень рады, что лучшие педагоги Ростовской области собираются у нас. Это позволит нам свой уровень значительно повысить. Победителей конкурса «Учитель Дона-2017» жюри выберет 21 апреля, ну а пока конкурсанты, взволнованные и нарядные, занимали ряды в зале и слушали приветственные слова. Остается добавить, что торжественное закрытие конкурса «Учитель года Дона-2017» пройдет через 3 дня. В прославленном городском театре имени Чехова будут названы имена победителей в различных номинациях. И в продолжении темы учительства в таганрогском образовании трудится немало ветеранов педагогического труда, чей стаж насчитывает десятки лет. На днях свой юбилей, а героиня нашего следующего сюжета не скрывает свой 80-летний возраст, отметила помощник ректора по международным связям Таганрогского института управления экономики Свешникова Людмила Алексеевна. Настоящий учитель, удивительно добрый человек. Эта женщина не перестает удивлять друзей, коллег, одноклассников неиссякаемым трудолюбием и оптимизмом. Человек удивительный, волевой. А самое главное, как говорят, сильная духом, оптимистка. Что бы ни случилось в жизни, а за долгую жизнь происходит очень многого. И хорошего, и плохого. Никогда Людмила не унывает. Но были такие случаи тяжелые, когда Люда, можно сказать, спасала людей. Был мальчик у нас, получивший очень значительную травму, которого надо было спасать. И Людмила оставила все свое домашнее и повезла его в Германию. Кандидат наук Людмила Алексеевна Свешникова за свою долгую жизнь работала в нескольких вузах Таганрога. Сегодня она занимает должность, которая носит общественный характер. В Институте управления, где трудится ветеран педагогического труда, есть интересное направление – международное сотрудничество. Проект родился несколько лет назад и осуществился совместно с Берштадтской гимназией города-побратима Таганрога Люденшайд. Она возила студентов за границу. В Германии дружили, обменивались студентами.
И поэтому, когда вот она вывозила их, там 2 недели это нужно было только на немецком языке разговаривать. Во-первых, это практика для студентов. Во-вторых, это обмен с теми студентами, которые там живут. И поэтому она иногда даже мыслила по-немецки. Это было очень интересно, когда она сидела и говорила: девочки, как это по-русски будет звучать. Бургомистр немецкого Люденшайда наградил Людмилу Алексеевну Свешникову медалью покровителя города и почетной булавой. Проект студентов Таганрогского института управления экономики с учащимися Берштадтской гимназии подтвердил, что при желании всегда можно найти взаимопонимание, какой бы культуре ни принадлежал человек. Проекты, которые придумывают наши немецкие друзья и помощник ректора по международным связям Людмила Алексеевна Свешникова, бывают очень интересными. Они охватывают культуру, искусство и способствуют знакомству с разными менталитетами, экономикой. Это удивительный человек, многограннейшая личность. То есть это и мудрый наставник, и талантливый руководитель. Очень приятный собеседник, с которым ну, никогда не скучно. И просто пообщаться, и всегда можно прийти за помощью и советом. Вот такая замечательная женщина родилась сегодня. Спасибо ей огромное, низкий поклон, и я очень счастлива, что она в моей жизни есть. Ну а в этот вечер было много цветов, песен, грамот. Звучали эти поздравления в честь настоящего учителя, человека с большой буквы, таганроженки Людмилы Алексеевны Свешниковой. 19 апреля на Светлой Седмице Таганрог с архипастырским визитом посетил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Встречал главу Донской митрополии и наш корреспондент Евгений Токарян. По давно сложившейся традиции, в течение Светлой Седмицы митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий посещает храмы Донской митрополии и совершает праздничные богослужения. В Таганрогском храме в честь иконы Божией Матери Одигитрия его преосвященство совершил праздничную божественную литургию. Главе Донской митрополии сослужили ректор Донской духовной семинарии протоиерей Тимофей Фетисов, благочинный приходов Таганрогского округа протоиерей Алексей Лысиков, настоятель Одигитриевского храма протоиерей Иоанн Кудрич, почетный настоятель Никольского храма Таганрога протоиерей Александр Клюнков, секретарь Ростовского епархиального управления иеромонах Артемий Кузьмин, клирики приходов Таганрогского благочиния. По окончании божественной литургии митрополита Меркурия приветствовал благочинный приходов Таганрогского округа протоиерей Алексей Лысиков. Затем с архипастырским словом ко всем молящимся обратился митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Сегодня в этом храме великолепном честь иконы Божией Матери, мы совершили божественную литургию, впервые собравшись, я бы сказал так, всей нашей семьей. Собрались все пастыри благочиния Таганрогского вместе со своими супругами, прихожане. И для меня это очень радостно. И поэтому вот накануне праздника святых жен Мироносиц для меня очень важно, радостно и приятно приветствовать матушек. Матушка – это тот человек, который помогает в трудах своему мужу, священнослужителю, нести, исполнять возложенное на него бремя пастырского служения. И в этот день мне хотелось бы особенно поприветствовать всех матушек, но выделив некоторых и вручить им награды, архипастырские награды за многие многолетние труды, помощь супругу своему в исполнении пастырского долга и внесении иных различных общецерковных послушаний. 15 матушек, жен священников Таганрогского округа, получили из рук владыки Меркурия медаль святого праведного Павла Таганрогского. А 6 матушек были награждены архиерейской благодатной грамотой.
Перед отъездом владыка Меркурий благословил обратившихся к нему верующих. Весенний концерт хоровой музыки с участием младшего хора «Гномы» и камерного хора «Лучик» детской музыкальной школы имени Петра Ильича Чайковского прошел в концертном зале библиотеки имени Чехова. Выступление юных певцов было посвящено светлому празднику Пасхи. Проникновенно и чисто звучат детские голоса. На сцене Чеховской библиотеки самые маленькие воспитанники хорового отделения музыкальной школы имени Чайковского. Праздничная пасхальная программа состояла из выступлений двух коллективов, двух хоров – «Гномы» и «Лучики». Сегодня будет выступать младший состав учащихся хорового отделения, и они подготовили разнообразную программу. Это произведения и русских композиторов, и современных. Вот, например, очень им нравится произведение Сергея Плешака, преподавателя Санкт-Петербургской консерватории, известного композитора. Песенка про гнома очень им нравится. Также мы поем и джазовую музыку. Виктора Семенова «Звездная река» им тоже очень нравится. Помимо этого, конечно, мы поем и акапеллу. Вообще все произведения мы стараемся петь акапеллы без инструмента, но вот сегодня мы представим интересное произведение «Христос Анести». Это духовная музыка «Христос воскрес из мертвых» на греческом языке валаамского напева. Им очень нравится. Я, конечно, поначалу думала, что это такая вот музыка средневековая, как-то их не привлечет, но наоборот, с удовольствием поют, с удовольствием звучат и каждую нотку переводят от нотки к нотке. То есть видно их старание и видно, как они ведут мелодию этого средневекового напева. Владеть искусством игры хотя бы на одном музыкальном инструменте, научиться прилично петь, сочинять музыку – кто не мечтал об этом? Таганрог – город богатых музыкальных традиций. Путь желающих приобщиться к музыке, как правило, начинается с посещения музыкальной школы. Я в хоре, на сольфеджио и на пианино. Мне очень нравится ходить на пианино, и я люблю песню «Хор птиц». Мотылек. В нашей программе сегодня русская народная песня, без обработки, просто русская народная акапельная будет. Еще будет классика Оренский, и будет современные композиторы ростовские, например, один из ростовских композиторов Сергей Халаимов. Это заключительный нас хор будет. Современные в начале есть произведения «Пасху радостно встречаем» и «Весна» Гумановой. Очень интересное произведение. Думаю, что нашим зрителям понравится наше выступление. Будем стараться. Хоровое пение, как наиболее массовый вид музыкальной деятельности, занимает одно из ведущих мест в системе эстетического воспитания детей. Умение петь помогает детям и в игре на фортепиано, и на скрипке, и на других инструментах. Именно на хоровом отделении 3 часа в неделю у детей хор. Но помимо этого, конечно, это основа музыкальной грамоты, сольфеджио обязательно, очень важный, трудный предмет, как обычная грамота в обычной школе, допустим, русский, математика. И, конечно, фортепиано. Обязательно, чтобы у детей развивалась мелкая моторика. Но когда они подрастут, мы еще даем им дополнительный вокал, сольное пение, чтобы они чувствовали себя солистами на сцене. Певческое искусство издревле лежало в основе не только музыкального, но и духовно-нравственного воспитания ребенка. Песня сопровождала человека от момента рождения до его последних дней. Недаром на Руси всегда считали, что поет в человеке душа, и пение есть ее естественное состояние. Первую весеннюю вахту памяти провели донские поисковики. В начале апреля несколько поисковых отрядов работали под хутором Капани в Никлиновском районе. Среди них был и отряд «Последний след войны», руководит которым депутат городской думы Таганрога Игорь Третьяков.
Раскопки возле хутора Капани отряд «Последний след войны» проводит не в первый раз. На счету участников отряда уже сотни найденных минометных мин и снарядов, личные вещи солдат. Особой удачей считается найти останки безымянных героев Великой Отечественной войны. За несколько лет существования отряда его участниками на линии Миусфронта были обнаружены останки более 80 советских воинов. Поисковая работа – это тяжелая каторжная работа. Если сказать, что легко можно найти солдата, вы глубоко ошибаетесь. Сотни километров надо пройти, и мы как гидроакустики с аппаратами пытаемся отделить металл от человеческих останков. Поэтому сегодня вот был найден щиток, бронещит, видите. Одни говорят немецкий, одни говорят советский, чтобы выдавали советскому командованию. Ну, сегодня залезем в интернет, узнаем. Вот сюда попало две пули. Наверное, мы предполагаем, что это бил снайпер. Наверное, судьба человека тоже была закончена. Чаще всего попадаются минометные мины, полтинники. Ну, а так, каски, саперные лопатки, они до сих пор валяются на полях. Сколько еще металла и человеческих останков хранит в своих недрах израненная Донская земля? Прорыв Миусфронта в 43-м году по значимости, ожесточенности боев и масштабам потерь вполне сопоставим с Курской дугой. Позабыто, что Миусфронт стал щитом, закрывшим путь фашистам на Кавказ, оттянул силы немцев от Москвы в декабре 41-го года, создал предпосылки для легендарной победы на Волге, ведь именно сюда, на Миусфронт, немцы были вынуждены перебросить войска от Сталинграда в 1942 году. Победа на Миусфронте далась ценой тысяч жизней наших солдат. И в эту весеннюю вахту памяти возле хутора Капани Неклиновского района работало сразу 4 поисковых отряда. Все вместе они смогли найти останки 19 героев войны. 7 из них поднял отряд «Последний след войны». В этот раз поисковикам улыбнулась удача. Вместе с останками они нашли именной жетон солдата. Это большая редкость, что он достаточно хорошо сохранился и его смогли прочитать. Принадлежал жетон Николаю Климентьевичу Кузнецову 1898 года рождения, призванного в армию из города Чирик Ташкентской области. В смертельном медальоне было написано: «Сообщите моей жене Кузнецовой, совхоз номер 2. Наверное, боец перед тем, как шел в атаку, уже понял, что он будет убит. Поэтому в длину всего жетона он написал такие слова. Теперь у поисковиков начнется наиболее важный этап работы. Они постараются отыскать родственников погибшего на Дону героя. В этом им активно помогает Таганрогский военкомат, который будет делать официальные запросы в ведомство теперь уже другого государства – Узбекистана. Игорь Третьяков уверен, что все получится, и они смогут вернуть детям, внукам, а может быть уже и правнукам останки их пропавшего без вести отца и деда. Таких историй Игорь Викторович может рассказать немало. Его отряд уже несколько раз находил родственников солдат, которые погибли на Миусфронте и значились в списках пропавших без вести. И в этот раз он уверен, снова все получится. Близится май, День Победы, праздник всего нашего народа. Я все чаще задаю себе вопрос, до каких пор мы будем есть с полей хлеб, где лежат наши отцы и деды. Сейчас, когда так много говорят о патриотизме, о любви к родине, такие истории очень важны прежде всего для молодого поколения. Они позволяют им не забывать о подвиге предков, которые, как это невысокопарно звучит, ценой своей жизни завоевали нам мир и доказали стойкость русского духа. Расширенное заседание коллегии при Комитете по физической культуре и спорту Таганрога прошло в зале в библиотеке имени Чехова. Повестка дня содержала главный вопрос – отчет об исполнении в 2016 году муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта в нашем городе. Что удалось сделать и над чем еще надо поработать, узнаем из следующего материала. В 2016 году муниципальная программа развития физической культуры и спорта, утвержденная постановлением администрации номер 3274 от 17 октября 2013 года, была реализована практически в полном объеме.
Основными целями программы явились создание условий к регулярным занятиям спортом, ведению здорового образа жизни жителей Таганрога. Программа предусматривала создание достойных условий для успешного выступления спортсменов города Таганрога на областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях. В 2016 году наши спортсмены приняли участие в 492 официальных соревнованиях, 256 областных, 213 всероссийских, 23 международных соревнования. Ожидаемые результаты программы. В целом, несмотря на некоторые шероховатости, она была выполнена. К спорту и здоровому образу жизни приобщается все больше и больше жителей нашего города. И доля учащихся и студентов, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, у нас одна из самых высоких в Ростовской области, 96%. Это не может не радовать. Главная задача программы и спорткомитета Таганрога – создание условий для развития массового физкультурно-спортивного движения, профессионального спорта, а также занятостью спортом и физкультурой инвалидов Таганрога. Доля лиц с ограниченными возможностями, занимающихся физической культурой и спортом, составила 6,3%. Это более 1300 человек, тоже целевой показатель, установленный областной программой муниципальной гостиной. По отчету об исполнении муниципальной программы были заданы вопросы. Докладчик постаралась дать на них развернутые ответы. Второй вопрос о работе центра тестирования ГТО. Работа эта новая, в сдаче норм принимает участие все больше и больше жителей нашего города, и она находит полную поддержку и одобрение у людей разного возраста и профессий. В Таганроге покажут Ван Гога. 20 апреля в Музее градостроительства и быта открылась выставка репродукции известного художника-постимпрессиониста. Называется она «Ван Гог. Симфония цвета». Легендарными звездными ночами и знаменитыми подсолнухами любовалась и наша съемочная группа. В Таганрогском музее градостроительства и быта открылась выставка «Ван Гог. Симфония цвета». Экспозиция 70 репродукций известных работ рассказывает о жизни и творчестве выдающегося художника. Репродукции выполнены в технике жикле на холсте. Благодаря высокотехнологичной печати они в полной мере передают объемные мазки, колорит, игру света и тени. У жителей и гостей нашего города есть возможность более детально и подробно изучить его японские мотивы, звездные ночи, яркие подсолнухи и ирисы. За недолгую жизнь голландский художник Винсент Ван Гог создал более 2000 произведений искусства, как живописных, так и эскизов и рисунков. Его имя знакомо даже далеким от искусства людям. Ван Гог дал миру новый живописный язык. Его уникальный, широкий, динамичный мазок неподражаем. За творцом прочно закрепилось звание, которое принадлежит ему по праву – первопроходец искусства модерна. Увидеть его творчество на одной площадке в таком разнообразии можно только в репродукциях, ведь подлинники его произведений хранятся в разных музеях мира, так что просветительская миссия этой выставки выполняется в полной мере. Эти репродукции сделаны в технике жикле, очень качественные репродукции. И выставка ценна тем, что множество работ Ван Гога, здесь 70 произведений, можно увидеть в одном зале при хорошем качестве работа. То есть все любители живописи, я думаю, будут довольны. Невероятный талант и непростая жизнь нидерландского художника-постимпрессиониста слились в трагическую судьбу. Ван Гог прожил всего 37 лет, из которых лишь около 10 были посвящены живописи, а свои самые знаменитые произведения он создал в последние годы жизни с 1887 по 1890. И все эти годы он оставался незамеченным критиками, публика не воспринимала и не покупала его картины. Судьба мастера была непростой, состояла из творческих поисков и метаний. В итоге были созданы выдающиеся произведения, за каждым из которых стоит своя история, часто трагическая. Например, автопортрет с отрезанным ухом. Существует множество версий этого невероятного поступка художника. Одна из них – ссора с другим выдающимся художником Полем Гогеном, во время которой Ван Гог бросился на коллегу с бритвой, а потом в порыве раскаяния отрезал себе мочку, а не целое ухо, как ошибочно полагают. По другой версии, он отрезал ухо и преподнес его в подарок женщине, которая до этого сделала художнику комплимент о красоте его ушей.
Однако большинство исследователей его жизни приходят к мнению, что это поступок безумного человека, который не мог себя контролировать. Одна из приписываемых Ван Гогу цитат гласит: «Лучше обладать горячим сердцем, даже если это стоит нам лишних ошибок, чем быть ограниченным и чрезмерно осторожным». Этого девиза он придерживался, отдаваясь на волю чувств, эмоций, продолжая искание. Неудачи в личной жизни, злоупотребление спиртным и, главное, непонимание со стороны общества в итоге привели сначала к лечению в приюте для душевнобольных, а затем и к самоубийству. Признание к мастеру пришло уже только после смерти. И сейчас работы Ван Гога являются одними из первых в списке самых дорогих картин, согласно оценкам с аукционов и частных продаж. Ну, на выставку меня привела, банально не звучало, любовь к искусству. И я понимаю, что я не имею возможности поехать в ту же Голландию, посмотреть на оригиналы. И это потрясающая возможность. Вот современная техника печати на живописи подарила нам возможность посмотреть на шедевры великого мастера. Я уверена, что эта выставка будет пользоваться популярностью большой, что молодые люди будут приходить, что они будут смотреть на все эти цвета, на всю эту яркость вот в современных реалиях жизни, когда вокруг такая вот серость, и даже если посмотреть на сегодняшнюю погоду, такая грусть, тоска на душе, и ты приходишь, и вокруг эти яркие краски, и ты не можешь оторвать просто взгляда. Нравится его необычный, как мне кажется, для 19 века взгляд на окружающую действительность. Даже если посмотреть на других художников того времени, у него особая техника, особая цветовая палитра. Также еще меня на выставку привел интерес художественный. Я очень часто люблю посещать выставки, особенно мне нравятся художники 20 века. И вот даже художники всегда рядом со мной. В ходе выставки каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе «Рисуем картину Ван Гога». Занятие проведет профессиональный художник с опытом преподавания живописи. Мастер-классы будет проводить Татьяна Балкунова, профессиональный художник. «Звездная ночь» 29 апреля, «Подсолнухи» 6 мая и «Пшеничное поле» с кипарисами 13 мая. Записаться на мастер-класс можно по телефону музея 61-43-33. Выставка «Ван Гог. Симфония цвета» продлится до 21 мая. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и еще раз хочу напомнить, что все наши информационные выпуски вы можете пересмотреть на сайте www.taganrogtv.ru.